Всем привет! Сегодня мы разберем песню Моргенштерна Fit с LSP. Песня называется Dorn Blue. Я покажу, как она играется. Она играется на двух аккордах, причем аккорды непростые, аккорды достаточно замудренные. Итак, давайте я сначала продемонстрирую, а затем покажу, как можно ее сыграть. Поехали! Какие же аккорды используются в этой песне? Смотрите, мы зажимаем первый аккорд на восьмом ладу, вот этим пальцем средним, вторым на пятой струне. Указательный палец идет на седьмой лад, четвертую струну. Мизинец идет на девятый лад, третью струну. И безымянный палец зажимается на второй струне на восьмом ладу. У нас получается вот такой аккорд. Он называется F major 9. Второй аккорд EM 9. Мы зажимаем на седьмом ладу пятую, на пятом ладу четвертую, на седьмом ладу третью и на седьмом ладу вторую струну. Здесь можем, кстати, шестой бас взять. Вместо пятого можно взять шестой бас. И получается вот у нас первый аккорд. И весь бит играется вот на этих аккордах двух. Можно играть просто один раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Либо можно играть боем, например. То есть тут получается удар вниз, вверх, глушение вниз. Вниз, вверх, вниз, вверх и глушение вниз. И тут то же самое. Вниз, вверх, глушение. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, глушение. Если вам сложно брать в этих позициях, можете взять в первую позицию. Тогда, смотрите, здесь зажимаем лесенку вот такую. F major аккорд. Добавляем мизинец на третий лад, на первую струну. То есть тара мы проводим с четвертой струны до первой. С 2, 3, 4. И второй аккорд у нас будет вот такой вот. Здесь мы дергаем шестую открытую, третью открытую. На третьем ладу зажимается, получается, вторая струна. И на втором ладу первая. То есть, ну можно еще вот вместо баса взять вот здесь на втором ладу четвертую струну. Ну шестая звучит красивее, на мой взгляд. И получается у нас вот первый, то есть второй вариант песни, это вот на этих аккордах. Это те же аккорды, но просто они видоизмененные. Но
Но здесь вот красивее звучит. Либо можно еще взять в баре. То есть вот баре F и вот сюда мизинчик поставить. И потом вот так вот. Шестая, то же самое, что я до этого говорил. Шестая открытая, третья открытая. На третьем ладу вторая струна, на втором ладу первая. Вот у нас. Но оригинальные аккорды, как я показал выше, в начале, это вот эти. FmH9 и EM9. Ребят, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду рад вас видеть на моем канале. Всем пока.